Hola, queridos estudiantes. Сегодня с вами, как всегда, Динара и Кристиан. Hola a todos. Кристиан, какую тему сегодня будем проходить? Сегодня будем проходить числительное от 1 до 10. Мне нужно тогда повторить, мы начнем тогда с нуля и плавно переходим прям до 10. Ага, vamos a ver. Cero. Cero. Uno. Uno. Dos. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Seis. Siete. Siete. Ocho. Ocho. Nueve. Nueve. Diez. Diez. А теперь попробуем, как будет шесть. Seis. Seis. Perfecto. Пять. Cinco. Четыре. Cuatro. Три. Tres. Два. Dos. Один. Uno. Ноль. Zero. Cero. Cero. Muy bien. Семь. Siete. Siete. Muy bien. Ajá. Шесть. Seis. Seis. Muy bien. Восемь. Ocho. Девять. Nueve. Десять. Diez. Diez. Вау. Вау. Прекрасная память. А теперь попробуем сложение. Математику попробуем. Ага. Uno más uno. Один плюс один. Uno más uno. Ay, dos. Dos. Ага. Dos más tres. Cinco. Cinco. Cinco más uno. Seis. Seis. Seis más uno. Siete. Siete más dos. Nueve. Nueve. Cuatro más tres. Siete. Siete, muy bien. Uno más nueve. Diez. A ti, pero menos. Diez menos dos. Ocho. Ocho. Ocho menos seis. Dos. Dos. Cinco menos cuatro. Uno. Uno. Seis menos seis. Cero. Cero. Ok. Perfecto. Por умножить на 2 por 3 6 3 por 3 9 9 2 por 5 10 6 por 1 6 4 por 2 8 8 1 por 4 4 4 Okay, а теперь entre делить на entre 10 entre 2 5 5. 9 entre 3. 3. 8 entre 4. 2. Sí. 6 entre 3. 2. 4 entre 4. 1. Okay. Ну, ребят, как вы заметили, в испанском языке N, она очень мягкая. Но это не «не», да? Я, соответственно, не сразу услышала, даже сегодня, что нужно говорить мягче N. Например, я до этого говорила «uno», а нужно сказать все-таки «uno». И для того, чтобы мягкое N получилось, я поняла интуитивно, что нужно язык держать подальше от зубов. Наверху, но подальше от зубов. Вот если я сейчас говорю твердо по-русски, да, «uno», у меня язык упирается в зубы. А чтобы звук был помягче, я говорю «uno». И язык у меня наверху, но подальше от зубов. Uno. Это небольшая разница, но все-таки круто, когда мы изучаем иностранные языки, у нас акцент минимум. Да? Так проще будет понять, да. Проще будет понять самих носителей, носителям вас. Да? Ahora vamos a intentar los números de teléfono. Сейчас попробуем сказать, какой у вас номер телефона. Динара. Mi número de teléfono es más, это плюс, más, más 7, 9, 2, 5, 4, 6, 2, 2, 5, 8, 9. Más 7, 9, 2, 5, 4. 4, 6, 2. 4, 6, 2, 2, 5, 8, 9. Sí. Да, а мой будет плюс 7, 9, 2, 5, 4, 6, 2, 2, 5, 8, 9. Ahora dime tú, ¿cuál es tu número de teléfono?
Mi teléfono es más 7, 9, 2, 1, 9, 1, 6, 8, 6, 2, 9. Entonces tu número de teléfono es más 7, 9, 2, 1, 9, 1, 6, 8, 6, 2, 9. Uh-huh. И по-русски это 7-921-916-86-29. Класс. Круто. Ну, Кристиан сказал не реальный номер телефона, а я сказала реальный номер телефона нашей школы. Поэтому, ребят, звоните. Вот, мне кажется, уже на этом можно уже освоить материал. Ну, естественно, лучше потихоньку. Вы хорошо запомните сначала первые 10 цифр, и потом уже мы будем учить вас говорить более сложные цифры. Окей, muchas gracias. Hasta luego.